В актовом зале Одинцовского техникума многолюдно. Желающих встретиться с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной немало. Журналист и политик рассказал студентам о преградах на пути к успеху и, конечно, о том, как их преодолеть. Грамотная речь и стильный образ – это то, на что в первую очередь обращают внимание, подчеркнула Оксана Пушкина. Я говорю вам очевидные вещи, потому что на сегодняшний день искусство коммуникации – это все. Вы можете блефануть настолько, что человек, который вас будет принимать на работу, поверит в этот блеф. А дальше вы уже вступили, и дальше тоже зависит от вас. Если вы не подкрепите свой блеф профессиональными навыками, вы вылетите сразу же. Но знания и умения не менее важны, отметила депутат. Профессионалы в рабочих профессиях ценятся в любой стране. Впрочем, для продвижения по карьерной лестнице и этого не всегда достаточно. Важно любить свое дело. Я не знала, что я когда-то уйду из журналистики. В любом случае, еще одно правило, чем бы вы ни занимались, погружайтесь головой и кайфуйте. То есть получать удовлетворение от того, что вы делаете, необходимо. Если вам это не в кайф, то это не ваше. В завершение встречи интересующие вопросы знаменитый гость мог задать каждый из студентов. Оксана Пушкина ответила всем без исключения, а также пожелала будущим специалистам успехов на их жизненном и профессиональном пути. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».